Новый залог для нардепа Максима Полякова назначил Соломенский райсуд Киева. 608 тысяч гривен. Внести деньги нужно в течение 5 дней. В июле нардеп уже внес 304 тысячи гривен залога, но отказался надевать электронный браслет. Из-за этого судьи и назначили новый залог, а предыдущий отдали государству. Напомню, Максим Поляков – фигурант так называемого янтарного дела. В частности, его подозревают в получении взятки на сумму 7,5 тысяч долларов и злоупотреблении служебным положением.